Всем привет! У нас в продаже появляется Opel Zafira 2012 года выпуска. На автомобиле установлен двигатель 1,8 литра, который выдает 140 лошадиных сил. В автомобиле было всего лишь два владельца, и пробег составляет 212 тысяч километров. Давайте заглянем в салон. Салон у нас в отличном состоянии, как и задний ряд сидений. Передний ряд сидений также в отличном состоянии. Давайте пройдемся по комплектации данного автомобиля. В комплектации у нас входят все 4 электростеклоподъемника двери, электрорегулировка зеркал, блок управления светом и управлением туманками, мультируль с управлением круиз-контролем и штатной мультимедией, сама мультимедиа, центральный замок, двухзонный климат-контроль и подогрев передних сидений. Также есть кнопка отключения курсовой устойчивости. Давайте запустим двигатель. Двигатель запускается отлично, без каких-либо ошибок. Если вас заинтересовал данный автомобиль, все контактные данные и описание можете найти в объявлении. А приобрести его можно за наличный расчет по системе 3DIN или в автокредит. Находимся по адресу Азина 83, салон столицы. Всех ждем!